всем доброе утро. Надо же, какая темнота, хотя уже восход произошел. Сегодня 3 ноября. Ребятушки, я в шоке. Ребятушки, если не посмотреть на календарь, я подумала бы, что у нас май месяц за окном. Вторая половина май месяца, и впереди лето, весна. Смотрите, снега нету. Вообще просто ноль. Снег растаял полностью. На улице плюс 1 градус. Ребят, 3 ноября. Сургут, северный город. ХМАО. Птички даже не крутятся, не согреваются. Помните, я их так красиво снимала, как они согреваются. Смотрите. Так, мой завтрак на сервировке. Кофе с молоком, фильтр кофе, овсяный блинчик, чуть-чуть сметанку. И вот так вот я налила джемик. Что-то меня тянет на такие рисуночки, к чему бы это. Джем handmade из клюквы. Вот уже тут баночка. Ну, я только его стараюсь утром и все, в течение дня, как бы, так, по желанию. То кушаю, приятного аппетита. Подготовочка с утра. Вот так вот красота-то наводится, не просто так. Так кажется, вы там девушка с утра, наверное, просыпается, накрашена, в кудрях, красивая. В общем, креплюсь, навожу красоту и едем. Ребятушки, пошла наводить красоту вот так. Эх. В общем, щелчок. Вуаля. Все, макияж готов. Все, красоту навели, ребятушки. Сегодня ожидается еще интересный репортаж. Постараюсь снять, успеть. Ну все, поехала. Сейчас завожу машину. А на севере вот так вот, ребятушки. Все. Получается вот такой. Ну вот у нас только одного вида. Я вообще сильно в этих, как я называю их, мужские штуки не разбираюсь. Starline. То есть я дистанционно включаю машину, она у меня разогревается, греется салон, потому что, ну, сами понимаете, градус это холодный, машина лед, то есть она же у меня не в теплом гараже. Все, вот так вот через минут 10 она теплая, и я еду, могу сразу стартовать. Всем привет! Приветствую вас на канале Светлана «Жизнь на севере». Локация — город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ. Ребятушки, сегодня короткий рабочий день, а значит, у меня больше возможностей снимать для вас больше новых интересных видео. Впереди выходные, 3 дня выходных, ожидается много интересного контента. Сегодня я решила все-таки доехать, позволяют погодные условия, до парка за Саймой, а именно на новую набережную. Я ее уже снимала в дневное время суток. Ссылочки оставлю в комментариях в описании к этому видео. Переходите, посмотрите. А сегодня мы с вами посмотрим подсветку. Сейчас я вижу, что подсветку включили. Сейчас у нас всякие светюшки вообще включают пораньше. Давайте полюбуемся, посмотрим, как и что здесь в ночное время суток. Я давно хотела это посмотреть. А значит, исполняю свое и ваше желание. Вижу, что речка-то Сайма уже все, ребятушки. Минус у нас стоял, был и снежочек. Но таких морозов, конечно, не было. Видите, уже все замерзает, все покрывается льдом. И вот такая вот картина теперь на берегу. Еще раз рекомендую посмотреть видео, которое сняла. Была река, ну еще просто вода. И, конечно, виды были совершенно другие. Давайте посмотрим с этой стороны. Со стороны все-таки панорамно виднеется. Виднеется, что у нас подсвечивается. На О-Медиа все постит красивые фотки с подсветочкой с этого парка. Но сейчас пока не так сильно темно, и полностью я пока не могу оценить всю красоту, ярко, не ярко. Так, а сколько время-то? Время 5 час. Так интересно, а здесь, видите, водичка-то течет.
протекает. Еще не полностью, пока река замерзшая. Панорамная площадочка с видом. Впереди это у нас Сургутский государственный университет, церковь. Я показывала обзорчик по ту сторону берега. Тоже давайте ссылочку оставлю. Кому интересно, посмотрите. Качественно, хорошее, интересное видео. Как у нас вообще преображается город. И вот так вот со стороны получается у нас вот этот берег. В общем, организовали. И слева. Так, вид со стороны. Так, чуть-чуть пройдусь слева. Вот здесь вот такая арка со светодиодными освещением. И вот эти, видимо, все качельки, подсвечивающиеся, все постит, красиво так фотографируют. Здесь подсветочка. Ну и все, пока больше ничего не вижу, но почему-то меня тянет сегодня не налево, а тянет меня почему-то направо. Пройдусь-ка я направо. Так, а перчатки-то я одену. Ну все, вот вроде бы... Ой, извините. Вроде-то плюс, ребятушки, но в то же время влажность 100%. Какой-то, знаете, как вода в воздухе стоит. И, соответственно, из-за этого ощущение гораздо прохладнее, нежели если бы было хотя бы 30%. Кстати, сейчас вот разверну камеру. Смотрите. Освещается спортплощадка, можно заниматься. Ну, одна вот жалость, то что климат-то у нас холодный, северный, ребятушки. Холодный, северный. А, ну да, ну было бы как на солнечном, прагматично, если бы сделали просто крышу. И тогда бы от снега, от дождя, от льда все это бы помогало скрывать, и было бы намного прагматичнее и эффективнее в использовании. Ну, жалко, да, мои идеи же никто не спросил, но опять же, эта мысль пришла мне как обычному обывателю, а почему архитекторам не пришло, не знаю, может быть, архитекторы были приглашены, которые в данном климате-то и не проживали в продолжительное время. Ну все, сейчас, наверное, я разворачиваю камеру и с вами пройдемся, посмотрим, что да как. Так, пока еще пакеты в урнах, все приятно. Так, что тут уже таблички установили. Так, заодно проверим. Ну, вроде не скользит. Не скользят мои ботиночки. А, так. Пойду-ка я сейчас подсветку саймы сниму. Сейчас с вами пройдемся да посмотрим. Сайма. Ну, что-то, знаете, по мне слабенькая подсветка. Я ожидала большего. Ну, сейчас скажете, вот, разбаловалась там. Ну, что-то я как-то светюшка. Светюшки-то я люблю. Кто со мной давно знает мою любовь к светотерапии, это моя прям любовь-любовь. Как я влюблена в район Лара, где все светится, вы не представляете. Это была любовь с первого взгляда. Вот, кстати, вот что значит... когда с первого взгляда что-то да нравится. Так, ну вот здесь вот фонари и прожекторы помощнее. И, в принципе, идти-то повеселее. Весь-весь парк освещается комфортно. Я и зимой здесь ходила, круги наяривала спортивные. В общем, смотрим с вами. Вот здесь вот подсветочка такая. Здесь, ну и все. А что так фотографировали талантливо светюшки? А я решила, что здесь все в светюшках. Ну, что есть, показываю, как есть. По эту сторону мы с вами пройдемся.
У меня, кстати, замок-то все работает нормально. То есть в предыдущем видео жаловалась, что замок сломался. Нет, нормально. Все-таки немецкое качество, оно продолжительно по работе. Ну, поверхность, вот я боялась, вроде сильно не скользит, но опять же сегодня нет наледи, нет снега. И, в принципе, кажется нормально. Так, ну и все. Ну что-то все светюшки я, похоже, сняла. Все показала. Ну, здесь вот такие просторы. Такая красота. Смотрите, сейчас покажу вам. 360 градусов. Вид на церковь. Ну, вживую, конечно, это смотрится более. А вот, кстати, вот такая вот охрана с собаками требуется в Кедровый Лог. Я не знаю, почему там нету. Там настолько безобразничают. Вообще безобразие, как ведут. Я уже жаловалась, что там чуть ли не раздолбали все туалеты. Причем малолетние хулиганы. Видите, как эффективно? И как бы я, допустим, сейчас здесь прогуливаюсь почти одна и не чувствую дискомфорта. Ох ты! Ничего себе стая, смотрите, полностью над рекой, смотрите, ё-моё, это их так много, боже ж ты мой, и кружат над рекой, так, не фокусируется, смотрите, ж так интересно, что-то они туда-сюда. Вон, раз, они так кружат. Помните, я прикалывалась, что типа греются. Вот это да, такой эффект интересный. Боже ж ты мой, что-то я не... И кружат. А, они туда кругами такими, как вихрь, сюда направляются. Вот это эффект интересный. Я надеюсь, ничего не прилетит сейчас сверху. Вот это да. Да, что-то куда-то они направились. Так, интересно. Надо же. Река почти замерзшая. Такая вот панорама. Камушки подсвечиваются. В принципе, светло, приятно здесь ходить. Такое, знаете, мне напоминает, как скандинавский стиль. Такой утонченный, приятный, ничего лишнего. Удобные скамеечки, детские площадки. Ну, детские площадки они были. То есть это не новое. То есть, когда изначально создавался парк, позаботились обо всех, чтобы всем было интересно и было чем заняться. Сейчас здесь тоже вот эти качельки с этого, это красивой подсветочкой. Тоже вам покажу поближе. Красота, ребятушки, просто сказочно. Настолько кайфово, релаксово. Просто фантастически. Как мне здесь нравится, вы не представляете. Просто какая-то энергия. Вот они. Вот она подсветочка. Такая красивая. Все новенькое, красивенькое. Одно удовольствие. И здесь вот эти буковки. Так. Ну, сейчас, наверное... Может быть, пройдусь еще по тому берегу. Вначале казалось, такие дистанции, так, прям это. Ну, когда уже второй, третий, четвертый, пятый раз сюда приходишь, пройтись, пробежаться, прогуляться, уже они не такие дистанции. И надо действительно где-то на 5 километров тут идти, чтобы прям была такая кардиотренировочка. А здесь вот, вот этот берег, он не такой длинный. А длиннее получается слева. Вот мостика. Туда я сейчас и направляюсь. Покрытие приятное. Кстати, что за фитнес? Да, сейчас я еще фитнес платить. Вон бесплатный. Дошел, пробежался. Здесь позанимался. И все это спасибо нашему городу, да?
Ну, вообще, да, вот, ребят, к теме про фитнес. Можно заниматься же и бесплатно, не обязательно кучу денег тратить на дорогие фитнес-клубы даже, а если их и нет, то вообще вот всегда можно найти возможность заниматься спортом, всегда. Будь то есть деньги, нету, возможность всегда есть. Особенно в нашем городе парки есть, даже тренажеры есть в доступе, поэтому... Забыла, что я же репортаж веду и что-то разогналась уже с такой скоростью. Надеюсь, камеру-то не трясла. Я стараюсь не трясти, чтобы было комфортно смотреть. Я же тоже понимаю, чтобы картинка вот так сюда не скакала. Особенно это очень важно, если вы смотрите видео на большом экране, на смарт-ТВ или на компьютере. Так, хотела показать. Водичка протекает, ручеечек такой, надо же, как пробилось, да, лед прям так образовалось, все интересно. Так, на качельках качельки, ой, красота, столько качелек, вообще красота, лепота. Качайся, не хочу называется. Смотровые площадки подсвечиваются, а вот, вот здесь вот я люблю. Такое, знаете, очень романтично. Так, пройтись. Сегодня еще штиль. Такая погода. У нас даже из-за этого такой, как туманчик. Дождя нет, но такая влага ощущается. Такой сизый туман. Представляете, как нет снега, штиль. Знаете, ну, в общем, романтик одним словом здесь. Да, просто релакс, отдых для души. По такой красивой дорожке пройтись. Если вообще, особенно если плохое настроение, или вам испортили, или депрессия, или еще что-то. Вот, ребят, в Сургуте точно прогуляйтесь. Ну, или в своих городах просто пройдитесь, вы не поверите, но это поможет. Это поможет. Вначале кажется, может, я какую я вам ерунду говорю. Нет, попробуйте. Вообще надо советы прислушиваться. И знаете, я раньше стеснялась. Хотела сказать, раньше я вообще как-то стеснялась, ну, озвучивать какие-то свои проблемы, тревоги. Я помню, на работе тоже, когда начинала всему учиться, мне там моя начальница говорила: Света, не молчи, что ты сидишь там это. А я как-то считала, что вообще стыдно там что-то озвучить, если не понимаешь там или еще что-то. Ну, это, знаете, с возрастом потом приходит, особенно все дело в характере. Ну и, кстати, касаемо каких-то тревог тоже. Знаете, порой находятся добрые люди, которые могут подсказать что-то и направить в нужном русле. Почему бы и нет? Все мы в том или ином способе помогаем друг другу. Я считаю, это очень важно, чтобы человек вообще не остался один наедине со своими мыслями. Может быть, там и не все так плохо, как ему кажется, но чтобы, ну, вот так вот. Давайте помогать друг другу. Почему бы и нет? Ну, так темновато. Темновастенько я иду. Если честно, то слабенькая подсветка, но будет помогать снег, потому что снег, он будет яркий, такой нарядный, и будет казаться, что светло. А сейчас иду, видите, так это темновато, хорошо, что фонари новые, замененные, и как бы еще это помогает. А так темновато. Туда дорожки идут. Я поняла, мало того, что пахнет хвоей, пахнет свежим деревом, возможно, сосна. Ребят, кто разбирается в дереве, скажите, из какого дерева? Фантастический воздух, легкий, просто дышит. И хотела еще сказать спасибо одному врачу, который меня сопровождал во время ковида.
Огромное спасибо. Это была большая-большая помощь. Я благодарна очень-очень от всего сердца. Поэтому говорю большое-большое спасибо. Дядушки, а тут у нас, кто не знал, вот это называется электрозаправка для электромобилей. Вот так она выглядит от Россети. Вот. Здесь такая аллейка, аллея Слава, по-моему, называется правильно. Скамеечки можно. Батюшки, надо осторожно с этими. Надо же так. Главное, если тротуарка едет под машины кинулся. Пошел снег вечером. Успели насладиться с вами сухую погодку. Так, мужчин пропускаем. О, что-то здание так подсвечивается. Видите, разноцветную подсветочку сделали. До этого, мне кажется, голубая была. Вот здесь вот поворот на набережную возле Сургутского университета. Вот прямо. Так, ну все, снег, дождь пошел. Видимость такая уже не очень. Ну, а как всегда, прогулочки на свежем воздухе вызывают дикий аппетит. Даже нет сил готовить. Сейчас делаю, кстати, у меня была заготовочка. Пельмешечки, домашние лепки. И делаю салатик. Так, салатик у меня получается перчик, огурчик, моцарелка, лучок красный. Помидорку сейчас, розовая именно помидорка. Сбрызну лимончиком и масло. Соль чуть-чуть, перчик. И вот такой салатик будет. Так, так. Как хорошо, когда есть заготовочки, а еще если handmade, то это вдвойне прекрасно. Кстати, вон у меня кабачок замороженный, вот это, кажется, страшно, это грибочки лесные замороженные, зелень, ягодка. Все, показала вам святая святых заготовочки. Вот пельмешки ручной лепки. Все так вот достану. Вуаля, все, вкусный ужин намечается. Так, и замороженная зелень. Пока не могу я привыкнуть покупать в магазине. Вот так вот сейчас насыплю. Тут у меня вниз чуть-чуть укропчик, петрушка больше преобладает. И, по-моему, ну, рукола, кстати, рукола еще отдельно что-то замораживала. В общем, надо поискать мне недра холодильника. Так, и будет особый аромат у салатика. Так, все, пельмешки всплыли. Уже, ну, наверное, минутка и все готово. Они немножко, ребятушки, такие страшненькие, но вкусные. Очень вкусно вот это тесто, которое делали. И вот я размешала салатик. Вот так вот красиво, аппетитно выглядит. В готовом виде вам показываю. Ну, у нас, ребятушки, все-таки север. Хоть я трепалась языком, какая весна утром. В общем, успели на сами погулять до снежка, а сейчас уже снег летит. Я думаю, что у меня как-то голова закружилась. После ковида какая-то появилась страшная метеозависимость. Я вот чувствую там перепады давления, когда дождь, снег. Надеюсь, это пройдет все-таки. Так, поперчила. Все, сейчас буду пробу снимать. Вот он, снежочек, все белым-бело. Сразу так ярко. Знаете, когда идет снег, какое-то свечение. Но я имею в виду, что вот мы прогуливались с вами, была тьма тьмущая, сейчас смотрите, небо какое-то как будто бы светится. То есть нет такого эффекта, как кромешная тьма. Так, а что-то сказочное лес-то не подсветили, я смотрю, странно. Что ж они не включили? Надеюсь, включат. Время тоже поздний час. Все, сейчас иду ужинать. Вот такая красота за окном. Стало вот, кстати, вот на вот этой версии телефона на фронталке нет как вспышки. В общем, на этой прекрасной ноте я завершаю свой репортаж с ночными светюшками в парке Засаймы. Он мне очень нравится. Сейчас вечером я приехала, темнеет, светло, приятно прогуляться, релакс, вдали от дорог, пыльных трактов, все как я люблю. Просто вот, знаете, реально какой-то отдых душой. Отдых душой, это просто невероятно. Ехала скептически просто снять репортаж, но успела отдохнуть сама, набраться сил, какой-то позитивной энергии. Еще, наверное, погода, вот этот штиль, это просто какая-то сказка у нас сегодня.
Всем отличных праздничных дней, набраться сил, позитива, помочь кому-то, близким, давайте помогать друг другу. Ну, я просто такой человек, мне кажется, это очень важно сейчас в нашем окружении. Ну все, подписывайтесь, напишите обязательно комментарий, сделайте репост своим друзьям и близким. Ну вот это видео, почему бы и нет, мне кажется, будет интересно показать, какие парки строят на севере, почему бы и нет. Поэтому за репосты вам отдельно спасибо, подписывайтесь в телеграм-канал и до новых встреч. А я дальше побежала и придумаю что-то новое, интересное на свой канал. Кстати, нажимайте на колокольчик, чтобы вам всегда приходило пуш-уведомление, когда выходит мое видео. Я стараюсь по утрам, но сейчас у меня плавает график, поэтому вот так. Пуш-уведомление вам в помощь. Ну все, друзья, всех целую, всех обнимаю, всех люблю. Пока-пока!